Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес фалькао младший. Сегодня вас ждет программа из Израиля. Да, вы не ослышались. Как вы знаете, мы недавно побывали там и прекрасно провели время. Мы служили в Израиле и знакомились с этой прекрасной страной, которая так дорога Господу. Если вы любите Бога, то начинаете любить то, что любит Он. Бог любит Израиль. Это особая земля с богатой историей. Я отношусь к ней не просто как к мемориалу, а как к свидетельству того, что мы можем иметь в нашей жизни. Бог продолжает двигаться в разных странах мира так, как Он двигался в Израиле в библейские времена. Сегодня я буду проповедовать вам прямо с Галилейского моря, которое сыграло важную роль в служении Иисуса. Там так много всего произошло, и сегодня я расскажу вам об уроках, которые мы можем извлечь из этого места. Мы поговорим о трех вещах, которые произошли у Галилейского моря, которые можно применить к нашей жизни. Во-первых, мы поговорим о буре, которую тихомерил Иисус. Давайте вместе откроем Марка, глава 4, Стих 35. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже поднялась над водою а он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры, и убоялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Как видите, это событие произошло на Галилейском море. Внезапно началась сильная буря, она потрясла лодку, и лодка начала наполняться водой. А Иисус спал на лодке. Вы спросите, Разве Иисус не знал, что приближается буря? Тогда зачем Он сказал им плыть на другой берег? Зачем Он подверг опасности своих учеников? Почему Он спал? И почему ученики, которые плыли с Ним, так были напуганы? Во-первых, вы должны осознать, что Бог никогда не обещал нам, что в этой жизни у нас не будет бурь. Под бурями я подразумеваю события, выступающие против нас, или обстоятельства, которые могут возникнуть. Вы должны понимать, что в этой жизни у вас будут трудности. В вашу дверь будут стучаться проблемы, и очень часто наша вера будет переживать испытания. Итак, Иисус взял учеников в это путешествие, и вдруг начался шторм. Подул ветер, и воды поднялись. Иными словами, шторм начал влиять на них. Думаю, на некоторых из вас тоже повлияли события, которые происходят в вашей жизни. Я не говорю, что это хорошо. Я не говорю, что переживать такие штормы приятно. Конечно же, они нам не нравятся. Но все это время Иисус был в лодке вместе с ними. И он спал. Иными словами, казалось, что Иисуса не волновало происходящее. Нам нужно понять, что хотя Иисус на 100% Бог, он также был на 100% человеком. А это значит, что он тоже устал. Ученики очень сильно переживали за свою жизнь. Они думали, что тоже погибают. Поэтому они разбудили Иисуса и сказали, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Неужели тебе нет дела до меня и до того шторма, что разбушевался в моей жизни? Неужели тебе все равно, что моя лодка наполняется водой?» Иисус встал и сказал, «Умолкни, перестань». И Библия говорит, что после этих слов Иисуса наступила великая тишина. Но больше всего меня впечатляет то, что сразу после этого Иисус сказал им: Что вы так боязливы, как у вас нет веры. Иными словами Иисус говорил им: « Бури и трудности, выступающие против вас, не должны лишать вас веры. В такие моменты и должна работать ваша вера. Когда вы проходите испытание, бурю, и когда вам кажется, что вы тонете и погибаете, именно тогда и должна работать ваша вера. Иисус говорил им, «Включайте вашу веру в самые тяжелые времена вашей жизни». Это время проверки вашей веры. Думаю, Бог сейчас обращается к кому-то. Возможно, вы проходите трудные времена в жизни. Вам нужно задействовать вашу веру. Веру, которую Он созидал внутри вас, и семя Слова, которым Он засеивал вас. Задействуйте эту веру. И начните провозглашать Слово Божье над вашей жизнью. Иисус всегда говорил о вере. Он сказал, имейте веру Божью. В оригинале сказано, имейте Божий тип веры, такую же веру, какая есть у Бога. Имейте и используйте эту веру. Итак, Иисус упрекнул учеников за их страх и неверие. Ученики были очень впечатлены тем, что Иисус смог прекратить бурю. Я имею власть над этим штормом. Бог не сказал, что у вас не будет никаких жизненных бурь. Но Он обещал, что никогда не оставит и не покинет вас. Если я в вашей лодке, то вы не утонете. Вы не погибнете и не проиграете. Вас ждет победа. Шторм прекратится, ветер стихнет, и море успокоится. И у вас никогда не будет ни бед, непереживаний, и весь страх уйдет раз и навсегда. И на Галилейском море мы узнали эту прекрасную истину. Там, где присутствует Иисус, бури должны утихнуть и повиноваться. Шторм должен повиноваться голосу Божьему. Когда мы с вами высвобождаем Слово Божье, буря, которую вы проходите, должна успокоиться. Она должна повиноваться голосу Божьему. Мы с вами послы Христа на земле. И когда мы сталкиваемся с бурей, мы не должны бояться. Мы должны высвобождать слово, как это делал Иисус, и не бояться. Я знаю, что проще сказать, чем сделать. Когда мы переживаем нечто подобное на собственной шкуре, то мы чувствуем страх или ожидание чего-то плохого. Но в такие моменты вам нужно остановиться и вспомнить, кто вы. И что Бог за вас, а не против вас. Он никогда не бросит и не покинет вас. Начните провозглашать Слово Божье, и боре утихнет. На Галилейском море было еще много уроков, но я расскажу вам еще два. А сейчас давайте посмотрим видеоклип и после него продолжим. Всем привет! Я нахожусь у Галилейского моря. Позади меня прекрасный вид. Это важное место для христиан, потому что именно здесь Иисус совершил много чудес. Например, именно здесь Он ходил по воде. И Петр ходил здесь по воде, пытаясь идти по следам Иисуса. Это также место чудесного улова. Ученики пытались поймать рыбу, а Иисус сказал им закинуть сети с другой стороны. И хотя они ловили всю ночь и ничего не поймали, в этот раз они поймали очень много рыбы. И ученики могли накормить не только себя и свои семьи, но всех соседей в округе. Это место самое большое озеро в Израиле. С древних времен его называют морем. Но на самом деле это озеро. Оно огромного размера. А еще именно здесь Иисус призывал своих учеников, а именно Андрея, Иакова, Петра и Иоанна. Они были рыбаками. Именно здесь Иисус позывал их в служение. Они оставили все и последовали за Иисусом. Когда вы в Израиле, кажется, что Библия оживает. Можно много читать, но просто удивительно быть здесь и видеть все собственными глазами. Я считаю, что каждый христианин должен испытать это. Если можете, приезжайте в Израиль. Это даст вам новый взгляд на Библию. Вы увидите живую Библию прямо у себя перед глазами. Вы увидите библейские места и прекрасные пейзажи. Также именно на Галилейском море Иисус успокоил бурю. Если помните, он спал в лодке, а ученики буквально сходили с ума. Они разбудили Иисуса, и он успокоил море и ветер. Это было прямо здесь, вот в этом месте. Также здесь протекает река Иордан. Удивительное место. Многие верующие приезжают сюда, потому что хотят побывать на воде, по которой ходил Иисус. Увидеть прекрасные пейзажи и своими глазами увидеть то место, где Иисус совершил множество чудес и где он призвал своих учеников. Вы только подумайте, у учеников была своя жизнь, бизнес, семья. Они привыкли к такой жизни, и вся их жизнь вращалась вокруг этого места. Но именно здесь Иисус призвал их, и они оставили буквально все. Некоторые из них не были рыбаками. Например, Матфей был сборщиком податей. Но для учеников которые были рыбаками. Это море было их жизнью. А Иисус позвал их в жизнь, полную чудес и проповеди Евангелия. Они оставили то, что им было знакомо, и пошли в неизведанное. Иногда Бог тоже призывает нас оставить знакомое место или то, что вам хорошо знакомо и пойти в место незнакомое вам. Но ученики могут быть для вас примером. Когда они услышали голос учителя, они оставили все, что было им знакомо. Они оставили все и последовали за учителем в неизведанное. Но это было планом Бога для их жизни. Я хочу призвать вас. Следуйте за Божьим призванием для вашей жизни. Может вам пришлось оставить все, что вам знакомо, чтобы сделать это. Но если Иисус зовет вас, просто сделайте это. И вы будете свидетелем таких удивительных чудес, которые ученики видели на этом знакомым им море. Они и подумать не могли, что увидят нечто подобное. Я рад быть здесь. Божьих вам благословений. Нас в Израиле ждет еще много интересного. Это удивительная страна, которую Бог так сильно любит. Мы снова с вами. Мы говорим об уроках с берегов Галилейского моря. Я был рад побывать там и поразмышлять над всеми удивительными событиями, произошедшими там. Еще один урок с берегов Галилейского моря. Это урок о Божьем призвании. В Матфея глава 4 стих 18 сказано, «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающим сети в море, ибо они были рыболовцы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда идя далее увидел он других двух братьев: Иакова заведеева и Иоанна, брата его, в лодке заведеем отцом их, подчиняющих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Заметьте, что у Иисуса была невероятная способность привлекать людей. Я имею в виду, что людей привлекали его проповеди и влияние, которое он имел. Иисус призвал четырех рыбаков, которые находились у Галилейского моря, он призвал их в служение. Если вы прочтете это и задумаетесь, то поймете, что у этих людей был устоявшийся образ жизни. Они были профессиональными рыбаками. Иаков и Иоанн имели семейный бизнес вместе со своим отцом. Рыбалка не была для них хобби. Это был их семейный бизнес. Но приходит Иисус и говорит, Идите за мной. Библия говорит, что они сразу же оставили все и последовали за ним. То есть, они услышали Божий призыв и оставили место, которое им было знакомо. Они пошли в неизведанное, потому что их призвал учитель. Я понимаю, что с Божьим призывом могут быть трудности, если Бог призывает вас то Он призывает вас туда, где вам не будет комфортно. Когда Бог призывает вас, иногда вам приходится оставить все и последовать за учителем. Вы должны знать, что Бог призывает вас в место вашего предназначения. И я считаю, что часть Божьего призвания ⁇ это забирать людей из привычных мест. Это место, где вас знают и привыкли к вам где вы пробыли всю свою жизнь, а Бог призывает вас в другое место, в духовном или географическом смысле, и у вас уже настоящий вызов, вызов веры. Вот что я вижу из истории о четырех учениках. У них был устоявшийся бизнес. Они знали, чем будут заниматься всю свою жизнь. А Иисус позвал их в другое место. Такой же вызов лежит перед нами. Повинуйтесь Божьему призыву. Повинуйтесь Божьему призыву. Аминь. Еще один прекрасный урок с берегов Галилейского моря находится в Луки, глава 5 стих с 1 по 11. У меня нет времени, чтобы прочесть весь отрывок, но вы можете сделать это сами. В этой истории говорится о чудесном улове. Ученики трудились всю ночь, пытаясь поймать рыбу. Не забывайте, что эти ученики были профессиональными рыбаками. То есть они знали, что делают. Они трудились всю ночь, пытаясь поймать хоть что-то, но ничего не поймали. Приходит Иисус и говорит им, закиньте сети с другой стороны. И когда они послушались, хотя Петр сказал, Господь, мы работали всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему я заброшу сети с другой стороны. Иными словами, иногда будут возникать сомнения, но даже если у меня будут сомнения, я буду послушен голосу Господа. Это принесет мне благоволение и благословение. Иногда у вас возникают вопросы о вашей жизни, и вы говорите, я это уже пробовал, я занимался этим всю жизнь, я делал это несколько недель. Месяцев или даже лет это не работает. А Господь говорит, сделай это еще раз, но уже с другой стороны. У вас могут быть вопросы, как и у Петра, но пока вы повинуетесь голосу Господа, вас всегда будут ждать благословения и благоволения. Послушайте. Когда Бог сказал Аврааму оставить знакомое ему место и последовать за ним, он приготовил для него благословение. Да, в его жизни были трудности и были моменты, когда нужно было чрезвычайное послушание. Но чрезвычайное послушание всегда приходит. Чрезвычайные благословения. Вам нужно это понять. Петр сказал, мне нечего терять. Так почему бы мне не послушаться Бога? И забросил сети. Библия говорит, что улов был таким большим, что ему пришлось обратиться за помощью, чтобы донести свою рыбу. Лодка даже начала тонуть, потому что вес был огромным. Господь хотел сказать, что стоит быть послушным Его голосу. Это важный урок для кого-то, и вас. Даже если вы думаете, что уже все перепробовали, даже если вы думаете, что вы сделали все, что могли, и у вас ничего не вышло, то, возможно, Бог говорит вам, «Забрось сети с другой стороны, и ты увидишь, что я могу сделать». Мой голос приносит благоволение и благословение. Чрезвычайное послушание приводит к чрезвычайным благословениям. Аминь. Итак, это еще один урок, который мы можем извлечь. То есть, нам нужно слушаться голоса учителя. Итак, во-первых, если начнется буря, то есть если Иисус в вашей лодке, вы не утонете. Во-вторых, будьте послушны Божьему призыву, даже если приходится выйти из зоны комфорта. В-третьих, будьте послушны голосу Бога, когда Он говорит вам сделать что-то, и послушание принесет вам благословение. Усвойте эти важные уроки. И я хочу помолиться за вас, чтобы Бог поставил вас в место благословения и место свободы. Также молюсь за больных. Пусть Господь прикоснется к вам во имя Иисуса. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса я молюсь за каждого зрителя. Среди них есть те, в чьей жизни буря, шторм, и лодки в их жизни полны воды, потому что об нее бьются волны. Отец, поддержи их своей силой, убери всякий страх, тревогу и депрессию во имя Иисуса. Дай им смелость, мужество и веру, чтобы они могли выстоять эту бурю прикажи этой буре остановиться. Я обращаюсь ко всем бурям в вашей жизни. Остановитесь во имя Иисуса. Если вы больны, то я приказываю вашему телу быть исцеленным. Я высвобождаю твою силу и твою славу в жизнь каждого зрителя. Во имя Иисуса. Господь, спасибо за твой мир, превосходящий всякое понимание. Во имя Иисуса Христа. Я приказываю всем бурям и всем ситуациям, которые мучают людей, прекратиться во имя Иисуса. Спасибо за сверхъестественную веру в их сердцах. Спасибо за исцеление, освобождение и обновление людей в вере. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Не забудьте посетить наш веб-сайт. Поддерживайте с нами связь. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть молитвенные просьбы, пишите нам, и мы с радостью помолимся за вас. Мы видели, как Божья сила изменила жизнь многих людей в результате молитвы. Вы видите сейчас наш имейл, пишите нам. Я верю в силу согласия и в то, что Бог и сегодня отвечает на молитвы. Он верный Бог и любит отвечать на молитвы своего народа. Бог любит вас. Вы ценны для Него. Вы можете поехать с нами в миссионерскую поездку и стать партнером нашего служения. Очень важно, чтобы люди поддерживали проповедь Евангелия. Мы несем Евангелие по всему миру, и мы нуждаемся в вас и в вашей поддержке. Наши партнеры очень важны для нас, и не только потому, что они дают деньги, а потому, что они стоят вместе с нами в проповеди Евангелия. А также партнеры получают ту же награду, что и мы, потому что мы делаем это вместе. Вы делаете это вместе с нами. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Не пропустите нашу следующую программу ⁇ Благословение вам ⁇